Самодовольный король, своенравная принцесса, коварные разбойники, хитрые сыщики и обаятельные музыкальные авантюристы – все они герои мюзикла «Луч солнца золотого». Теперь я заморский принц, а вы моя свита. Заморский принц приехал! Мюзикл «Луч солнца золотого» — это яркие костюмы, красивые декорации, зажигательные танцы, ну и, конечно же, живые голоса лучших вокалистов музыкального колледжа. Приступая к работе, творческая группа во главе с режиссером Марией Шароновой больше всего хотели, чтобы мюзикл получился ярким, добрым, веселым, и им это удалось. Напомним, что проект был реализован благодаря грантовой поддержке. В проект входит всего 20 человек, из них почти 19 – это студенты Салаватского музыкального колледжа. Это обычные ребята вторых, третьих курсов, первый курс мы не задействовали, и четвертого курса. Ребята из разных отделений, и фортепиано, и струны, и народники, и эстрадники. Весь состав актерский – это студенческий совет. Это ребята проверенные, это те, на кого я смогу положиться, и все люди, которые смогут положиться на меня. Ничего на свете лучше нету, чем окунуться в мир мюзикла. Напевая легендарные хиты, не только дети, но и взрослые получили большое удовольствие от постановки. Лилия Шаниязова, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават».